Ей все привет, дорогие друзья, с вами Димас, ОЛТВ, Дэн, Курикс и Тучка, Госдума, Леген, Гусенек, Флайн, пацаны, скажите классные слова. Всем привет. Всем понравился ролик, когда мы выживали от Соника с порталами. Сегодня у нас три портала, которые ведут в разные части карты, но все они основаны, чтобы появляться возле вышки. У нас есть Соник, который будет охранять оружие, ну так как у нас будет три портала, ему будет очень сложно. Соник, ты готов? Пацаны, вы готовы? Да. Погнали! Да. Так, давайте сначала тпхнемся в красный. Куда он ведет? Он так, это возле вышки. Сейчас мы проверим все порталы. Это синий. Это за вышкой. А есть портал желтый, который в вышке прям появился. Ты нормальный? Ха-ха, я только появился! Что ты делаешь? Ты что, неадекватный, что ли? Сейчас наша цель обмануть Соника и каким-то образом взять оружие, которое находится на вышке. Пацаны, у нас получится? Да, наверное, да. Я тоже так думаю, что получится, поэтому надо делать очень аккуратно. Так, по старой схеме он стоит и защищает вход. В желтый портал не входите, ни в коем случае. Нельзя. А чё? Запрещаю. Он там стоит, прямо на нем. Так я стою, и вот он возле портала стоит. А, ну да. Блин, он головы рвет, пацанам, только так. Там опять куча, да, овощей уже внизу валяется. Китая овощи. Так, давайте брать кулаки и будем его лупашить. Пацаны, готовы его? Бейте! Портал, сзади можно было резко появиться. Есть, молодец! А теперь быстренько беги! Есть, наконец-то! Оружие наше! Пацаны, вы готовы его мочить? У Соника в первом раунде всего 2000 жизней. Мы должны каким-то образом сейчас его быстро вынести. Во втором раунде у нас будет портал находиться прямо возле оружия, и у Соника будет 5000 хп. Пацаны, вы готовы? Вот он, мочите его. Он через портал тоже может проходить. А вот он хитрый какой стоит. Мочи. Надо взять базуку. Где базука? Вот. Отлично. Пацаны, только не мочите меня сильно, хорошо? Я его не вижу. Я вижу взрывы, которые через портал проходят. Да. Это что, штуковины могут проходить через портал? Это круто. А если я базукой стрельну? Базука пролетает туда. Вон, я вижу взрывы. Мы теперь можем вот так стрелять, и он не сможет пройти никак. Ну-ка, смотрим. Ого, там взрывы. Так, пацаны, я, наверное, туда тпхаюсь и буду его мочить. Давайте. Только там возле есть. Много... Ничего страшного. Мы выживем, пацаны. Первый раунд мы должны затащить. Так, сколько у него жизней? У него уже... Сколько? А я не знаю, где он? Он стал невидимый. Пацаны, будьте осторожны. Наверное, лучше пройти через портал, потому что сейчас он меня замочит. Быстрее. Отлично. Пацаны, где он? Внимательно чекайте. Он может резко появиться где-то. Надо брать пулеметы. Пулеметы более лучше лупашат, и при этом мы других не сможем убивать. А где он? Я его вижу. Строчим. Вон, я вижу. 900 жизней у него, пацаны. Вот это мы сделали атаку на него. Смотрите, сколько летит патронов, снарядов. Все в ту сторону. Он живым не выйдет. Так, мне кажется, он в портал зашел. Что-то у меня такая чуечка есть. Пока мы здесь все отвлекаемся, он сейчас в портале уже. Блин, где он? Вот это там пятен черных по всей карте уже. Я знаю, надо лучше спрыгнуть. Так. Отлично. Он здесь! Он убил меня! Я знал, что надо так сделать! Ой, он был... Отлично, пацаны, где моя базука? Вот, я его вижу, пацаны! Отлично, мы его сейчас вынесем! Давай, не останавливайтесь, пацаны! Я его тоже не вижу. Его там нет. О, он в портал зашел. Да, там портал. А мы его не замочили? Нет. О, он стал невидимый. Готовьтесь. Он сейчас может к вам наверх туда зайти. Так, надо отойти подальше. Он может ко мне сюда спрыгнуть и замочить меня. Поэтому мы уходим. Отступаем понемножечку. Соник, ты где? Он у портала. Давай. А когда в невидимость, у него жизни не пополняются? Нет. Это очень хорошо. Так, давайте пройдем сюда на всякий случай. Я прям чувствую, что он хочет меня замочить. Я знал, что он здесь, пацаны! Он меня убил! А, где? Головешка! Где? Да, все, есть, все. Гусанек, красава! Конечно, пришлось пожертвовать собой, но мы это сделали. Ребята, сейчас будет раунд второй. Вот портал, который будет вести сразу к оружию. Сонику придется защищать его максимально сильно. Ты сможешь? Ты умный, Соник, я вижу. Ну, готовься. Сейчас мы тебя будем растирать в порошок.
Раунд номер два начался, пацаны. Давайте, погнали. Ох, как он ярко светит. Ой, блин, тут. Давайте сейчас посмотрим, не сильно там пацаны сливаются. О, уже оружку взяли. Ладно, пацаны, я к вам присоединяюсь. Бейте его, пожалуйста. Надо валить. Все. Есть, я успел взять оружку. Спрыгивает вниз, пацаны, мочите. У Соника 5000 хп, мы должны сейчас максимально его вынести. Он зашел в портал. 4 портала, ребята, если вам понравится этот ролик, можете написать «Мы хотим», и мы сделаем ролик, где будет 10 порталов. Ты не нормальный, что ли? Пацаны, он мочит на бортике меня. Готовьтесь. Где? Вот я его вижу, в невидимости его видно. Я попал. Молодчик, молодчик. Так, ядро, осторожно. Пацаны, сейчас мы сделаем по красоте. Он не сможет меня замочить, потому что он не увидит, где я нахожусь. Блин, опасно. Я прям чувствую, как он сзади бежит. Я вот слышу, он появился. Тихо, тихо, тихо. Есть, я зашкерился. Вот отлично, он, пацаны. Он возле меня прям? А, вы меня не видите тоже. Вот, вижу, вижу. Так. Блин, надо вырываться с этой ловушки. Я прям чувствую, как он сзади меня. И он, кстати, воняет каким-то говном. Блин, пацаны, это я, ну не бейте меня, ну не стреляйте, это я бегу, я ж не Соник. Да пацаны. Ой, я знаю, что я сделаю, чпоньк. И мы сейчас зайдем в розовый портал. Во, мое оружие, мое сокровище. Вижу его. Так, достаем корабельную пушку, погнали. Я надеюсь, что она его заденет в любом случае, потому что у него радиус взрыва ядра очень большой. Ядра на пол экрана. Вот это сильно. Лупим, лупим его, пацаны. Нет, 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 меня не надо. Вы его видите? Нет. Я его где-то видел, где-то там вот вроде ходит. А ну-ка. Он стал невидимый. Он сейчас может появиться здесь. Вот это мощные УЗИшки. 1000 лет мы не использовали это мощное оружие. Он хитрый, он где-то прячется возле нас. Вот это оружие здесь нафигачил. Лучше спрыгну сюда. Я чувствую, что он сейчас появится там вверху и пацанов замочит. Вы заметили, что в этой серии он не может нас сильно мочить? Ловите Соника, полетел. Где? А, блин! Ну ё-моё, пацаны на бортике! Я вижу. Вот это снаряды полетели. Сзади. Где? Вот он. УЗИшки, ой, в путь. Гусанёк, молодец. Третий раунд. У Соника 10 тысяч жизней, один портал, который находится в скайбоксе, и будем падать на вышку. Обратного пути у нас не будет, только в одну сторону. При этом Соник может сразу внизу стоять и нас мочить. Кто не сыт первый идти в логово Соника? Давай, 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 идите, идите. А, блин, не успел убежать. Отлично, пока у него будет анимация срабатывать, я оружие смогу украсть. Давай. Блин, нет, он хитрый жук. А, пацаны, голову оторвал. Ну, ё-моё, блин, а это прикольно. Видишь? Я пробую еще раз. А, быстрее, не прыгай. Есть, я успел, я успел. Пацаны, я такое сейчас взял, но такая оружка есть. А где он? Блин, он раз за мной идет. Я чувствую, как он идет за мной. У меня что-то плохое предчувствие, пацаны. Не бойся. Где этот жук ходит? Слышь ты, выходи. Да 100%, невидимка сколько у него? 20-30 секунд, да, длится? Наверное, да. Кстати, через невидимку можно прицелом его... Вот он! Он сзади тебя, я его видел. Я видел его там, вот никнейм было, подсвечивался. А, он упал. Он упал, отлично. Упал? Вон он бежит. Упал. Нет, у тебя не получится. Вон он. Отлично, отлично. Блин, там ядра летят в разные стороны. А, он меня схватил. Блин. Он смог мне бошку отрывать. Да как он это сделал? Что такой мощный очень? Наверное. Так, пробуем еще раз. Я не сдаюсь. Так, все оружие на планете хватаем. И валим. Да это очень опасно. Он псих какой-то. Пацаны, он на вышке сзади вас. Я пошутил. Это было круто. Вот он, вот он. Ого. А куда он делся? Вот он. Где? Он уже... Вот, вот я его вижу. Вот это, пацаны, вы сальтухи закрутили. Неплохо. У него 7 тысяч осталось. Ого, мы уже 3 тысячи вынесли. Так быстро. Блин!
Хотел сказать, что с одним порталом тяжело выживать, но в этом и есть смысл. Что было тяжело не только Сонику, еще и нам. Есть он на вышке вверху или нет? Нету. Отлично. Прыжок. Берем все оружие на планете. Так, ну всех он не успеет замочить и голову поотрывать, поэтому тут стоим. Правда говоришь. Где он? Где он? Я чем чувствую? Это вонище, запах вонищи. Ого, жизнь. Опа, у него уже 4200. У него очень мало жизни осталось. А может он сейчас с вышки выйдет? Так, подожди, а вон пацаны вижу падают. Как рождаются класс D. Это круто смотрится. Мне кажется, он сейчас с портала выпрыгнет. Там шары вылетают. Да то я стреляю в портал шарами. Я вижу, как они он фигачит. Стойте, не стреляйте. Я знаю, как его можно взорвать. Пацаны, готовьтесь. Давай, бегите. Его там не было. Его не было там, извиняюсь. Спасибо. Я его не подпущу к себе. А, это я специально делаю, чтобы он ко мне не подошел. А интересно, вы можете через невидимость мочить? Да. Так, все, ладно, не будем использовать, он берем. На спауне. На спауне? Так, не вижу. Так, 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 где же он ходит? Убил. О, хорош. Отлично, молодец. Если понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Сейчас взорвем бомбу через портал. Ой, а Гусунёк, это слабо. Люди напишут, больше? Что ты какую-то фигню взорвал. Больше? Да, больше. Да, много больше. Ой-ой-ой. Это оно.